Привет, друзья! Сегодня мы готовим торт из детства на скорую руку. Ну что, поехали! Для этого нам понадобятся коржи, грецкий орех, банан, сгущенное молоко и масло сливочное. Давайте приступим. Первым делом мы берем блендер. Так. Первым делом мы берем сливочное масло, погружаем его. Далее мы сюда также добавляем туда сгущенное молоко. Мы добавим туда еще один банан. Нарезаем его. И добавляем. Все это хорошо распределяем. Равномерно. И пробиваем блендером. Так, пробили. Пробили все хорошенько. Вот посмотрите, что у нас получилось. Смотрите, какой крем у нас получился. Отлично. Далее мы берем тарелочку, в которой мы будем делать наш торт. Берем коржи, вкладываем коржи и делаем маленькие надрезы. Это делается для того, чтобы наш крем быстрее пропитался. Берем ложку и смазываем. Так, супер. Пока это убираем, берем банан. Очищаем его и нарезаем на кольца. Вот мы и нарезали банан. Перекладываем его в тарелочку. Так, пока сюда. Берем наш тортик, коржик и выкладываем бананчик. Так, ну достаточно будет. Сверху мы добавляем немножко крема. Прям чуть-чуть. Угу, отлично. Берем второй корж. Накрываем. Также делаем надрезы. Промазываем хорошенько. Далее выкладываем банан. Далее мы опять берем бисквит, делаем также надрезы, промазываем хорошенько. Выкладываем оставшийся банан. Далее берем грецкий орех. И ломаем его. Можно также просто нарезать. Торт на скорую руку готов. Остается только ему настояться 30-40 минут. И он будет полностью готов. Если данный рецепт вам понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал «Игра вкусов», делитесь этим рецептом с друзьями, пишите ваши комментарии. Приятного аппетита!
Пока, друзья!